Более века уголовный розыск стоит на передовой борьбы с преступностью. Самое известное подразделение Министерства внутренних дел Беларуси принимает поздравления и отмечает 105 лет. По этому случаю храмом памятника в честь всех святых наградили отличившихся сотрудников. Сегодня я с уверенностью могу сказать, что в белорусском уголовном розыске действительно служат настоящие патриоты своей страны, настоящие опера, которые готовы отдать все, даже самое дорогое, свою жизнь для того, чтобы обеспечить безопасность других граждан. Порадоваться за себя и коллег собрались порядка 120 сотрудников уголовного розыска со всей республики. Почтить память, поставить свечу и поблагодарить тех, кто в свое время отдал жизнь за мирное небо над головой. Для меня полученная награда – это результат моей работы, которая проведена на протяжении очень долгих лет, что я работаю в уголовном розыске. Уголовный розыск для меня – это не просто работа, это жизнь, это смысл, который я посвятил для охрана общественного порядка, для раскрытия преступлений, для того, чтобы наша Республика Беларусь процветала. Они ежедневно прилагают свой опыт, знания, оперативное мастерство, чтобы найти и задержать преступника, не оставляя шанса избежать ответственности. Полина Макей, Диана Глебович, агентство «Минск Новости».